Вопрос поставок оружия в Украину для борьбы с боевиками на Донбассе активно рассматривают в Вашингтоне. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. При этом он отметил, в нынешних условиях это просто необходимо. Москва после таких заявлений поспешила сообщить, такой шаг со стороны Вашингтона не будет способствовать урегулированию конфликта.